Добрый вечер, дамы и господа! Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, таланты и поклонники! Надеюсь, сегодня будет столько прихорошеньких девочек. Аж глаза разбегаются. Смотрите, сколько их уже в зале. Ах, эти ручки, ах, эти ножки. Будем веселиться, а кто нам сможет помешать? Нет, женщин жить нельзя на свете, нет. В них солнце мая, в них любви рассвет. Утром не будет признание нам, как солнце луч приятный нам. Нет, женщин жить нельзя на свете, нет. Мы наше счастье, как сказал поэт. Трудно сдержать мне слово, и я влюбляюсь снова в вас каждый раз, хоть на час. Да, господа, вам хорошо, что вы можете флиртовать с прихорошенькими девушками. А я, что ты? Я, кажется, попал. Куда попал? Что случилось? Во что ты впутался? Ты что, проигрался в бист или в покер? Хуже? Хуже? Что может быть хуже? Я, господа, влюбился. Влюбился? Вот это да! Она что? Я не знаю. Но она такая, такая, как самая яркая звездочка в небе. Как самая прекрасная роза в саду. А волосы, а взгляд, а походка. Да, друг, я вижу, ты влюбился не на шутку. Ну, признавайся, кто она? Вот, господа, вы не поверите. Она хозяйка бала. Хозяйка бала? Как я, глупость большая, влюбленных всех лишает разума любовь. Пусть счастье скупо, пусть это глупо. Но все же влюбляться и все будем вновь и вновь. Добрый вечер, господа. Добрый вечер. Я вижу, вы уже и без меня хорошо веселитесь. Не пора ли начинать бал? Пора! Конечно, пора! Осенний бал литературных героев 2017 года под девизом «Любовь живет не для себя» объявляется открытым! Хотели сказать? Не знаю. Но боюсь, что не смею. Давайте, признавайтесь. А вы не обидитесь? Обещаю. Вы мне нравитесь. О, вернее, не то, что нравитесь. Ах, я совсем запутался. Я люблю вас. Все. Все? А чем же вы можете доказать? Всем. А вы готовы пройти испытание любовью? Я у ваших ног. Тогда испытание первое. А вдруг я в чем-то буду неправа? Что вы мне на это скажете? Готов я с жертвой быть неправоты, лишь только правой оказалась ты. Хороший ответ, да еще и словами Шекспира. Похвально. Испытание второе. А если мы, предположим, будем с вами женихом и невестой, а на меня будут поглядывать другие мужчины. Что вы на это сделаете? Немедля вызову их на дуэль. Простите, Галим, но разве вы не знаете, что дуэли были запрещены еще в 19 веке, а за окном 21 век? Точно, Алина, вы правы. Тогда я буду гордиться тем, что у меня такая прихорошенькая девушка. И еще я все сделаю для того, чтобы вы не взглянули ни на одного из них. Старайтесь. Ответ принимается. I can
tell you stop trying. And these last 3 weeks passed and we barely talked. I think I'm now and it's breaking my heart. Am I in or am I? Нравится она, значит, я женюсь на Бет. Смотрите, вот он идет. Какой прекрасный! Гастон! Гастон! Ах, как он мил! Умри! Замри! Высокий, стройный! Нас сразу всех он покорил! Здравствуй, Бет! Бонжур, Гастон! Хочу многое узнать. Мне того бы повстречать, кто бы смог меня понять. Ну погоди, вот станешь моей женой, сразу про книги забудешь, ты у меня еще попляшешь. Доченька, уезжаю я по торговым делам. Что вам привезти? Папа, папочка, а привези мне платье золотом шитое. А мне украшение невиданной красы. А мне туфельки сапьяновые, украшением украшенные. А ты, Бет, что пожелаешь? Так, ничего мне, батюшка, такого не надо. Если только цветочек, розу алую. Если это будет не в тягость.
Пригляжу с дочерью. Привезу. Пока, мои дорогие. Бэ, как тебе живется в моем доме? По-твоему, я отпущу тебя к родным, но если дашь слово, что вернешься, иначе я умру. Я вернусь! Я обязательно вернусь! Спасибо! Случилось. Прости меня, Мирс! Не умирай! Прошу тебя! Я люблю тебя! Это ты спасла меня своей любовью. Я тебя так давно люблю. Люди, меня спасла любовь. Да здравствуй, любовь! Я приглашаю всех на нашу помолвку. Beauty and the Beast.